Вот. Найдите натуральное число, которое при делении на 3, на 5, на 7 дает в остатке 2. В остатке 2, и в записи которого есть только две различные цифры. В записи которого есть только... В ответе укажите какое-нибудь такое число. Так, ну давай запишем сначала наши условия, да? Угу. Во-первых, оно трехзначное. Вот да. Так пометим. Три квадратика. Раз, два, три. Деление на 3, на 5, на 7 дает в остатке 2. То есть при делении на 3, на 5 и на 7 получаем остаток 2. И в записи которой есть только две различные цифры. Только две различные цифры. А третья одинаковая. Ну, видимо, одна повторяется, да. Две цифры всего. Ну все, больше условий нет. Вот когда есть в задаче про остаток, угу, то мы сначала находим число, которое делится без остатка. Без остатка. Ну, например, 3, 5, 7, видно, что у них у общего ничего нет. У них нет общего множителя. Тройки множителя нету. Ни здесь, ни здесь. Пятерки тоже нет. Называют взаимно простые. Угу. То есть мы сейчас просто возьмем их, перемножим. Тоже у нас решение идет, да? Так. Что это получается у нас? 35, вот это, на 3. Угу. Да, у нас 35. На 3. 90 и 15, это получается 115. То есть, другими словами, вот пока не говоря об остаток, наше число должно делиться на 115. Угу. Когда такое число, мы сейчас его будем наращивать. Ну, давай сначала сразу проверим. Вот 115, к примеру, да? Угу. Давай сразу его проверим. Вот. Трехзначное? Угу. Трехзначное. Не включая вот про остаток. Оно делится и на 3, и на 5, и на 7. Делится? Да. Делится. Сейчас вот надо, чтобы был остаток 2. Это значит плюс 2 сделать, и будет число 117. Вот смотрим, 117. Трехзначное. При делении на 3, на 5, на 7 дается остаток 2. Да? Две цифры, которого только две цифры. Одинаковые. Ну, вот две. Различные. Ну, уже прокатывает. Все нормально. Все получили мы? Все получили. Ну, вот такой нам подойдет ответ, в принципе, 117. То есть, если бы не подошел, я бы 115 умножил на 2, да? Угу. А так уже ответ. Угу. 115 умножил на 2. Прибавил 2, это было 230. Вот даже можно брать, если бы еще одно число, да, то есть будет 230, и прибавляю 2, получается 232. Значит, оно тоже трехзначное, да? При делении на 115, то есть на 3, на 5, 7, дает в остатке 2. И две цифры, и тут тоже подходит нам, видишь? Да? То есть уже 2 нашел. Да. То есть просто. То есть здесь мы путем наращивания. Ну, наращивать долго не пришлось, сразу 115. Наращивать. То есть 1 раз 115, 2 раза 115, 3, если нужно. Ну, в данном случае, чтобы быстро решилось. То есть задача несложная. Понятно, да?